В лес побеседовать, отдохнуть, подышать. Исследователи находят, что 2 часа, только не знаю, в день или в неделю, должен человек дышать в лесу. Мы разбираем, какие у кого вопросы есть, духовные, жизненные вопросы, по слову Божию. Потом молодежь там вниз ходит, немного повеселятся, поиграют, видно такие движения, погоды. Человеку просто необходима разрядка. Где бы человек ни был, вдалеке от земли, а лучше земли ничего нет. Почему и даже грохот космодрома не снится, говорит, в космосе, хотя старта они ждали всю жизнь. А зеленая трава. Вот на эту зеленую траву мы и приходим. Так и перешагиваем не через грохот космодрома, а те грохот трамваев. Все, что нас окружает ежедневно, сутолока, суета, грех, все, что засасывает нас среди этих соблазнов, здесь как-то попроще. Оля! Давайте кто свалит, пока. О, победил, ампир победил. Все. Да, еще быстренько пару. Кто не хочет, мы уже играем. Ну вот, пойдемте туда, на так. Больше круга не бегать, становись быстренько. Так. Пошли, побежали. Ну беги. Все какие-то заморожены, что ли? Осторожнее! Иди. Да, 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 да
Я же мама вас взяла. Да, да, да. Значит, вчера вечером было выступление отца Михаила Капранова. Все были свидетелем, слышали, что он говорил о сектантах, говорил о церкви. Вот. И хотелось, чтобы Игнатий Тихонович прокомментировал это выступление вчерашнее, то, что он слышал. Ну, я слышал. Там было священников много, за закрытыми дверями был архиерей, так что не в углу эта проповедь была. Мне сразу сказали, это говорил он против тебя. Да даже если бы и так, меня это не касается. Ошибочно, если против меня. А в общем-то он имен не называл. Зато он запрещает во время проповеди называть противников имена. Говорит, а незримо мы врачуем раны. Ибо делающий грех делается еще более наглее, если мы его тут вот начинаем и не предупредив выявлять. Что он говорил? Что вот наша вера православная хорошая, постоянно святая православная церковь. А вот приезжают какие-то сектанты, еретики, а многие судят священников и архиереев, и судят, не судите, а еретики, не судите священников, вот все на одном. Коротко проповедь такая, еретики, понаехали, сектанты, они плохие, а судят нас, священников. Мы хоть и грешные, но мы православные и в святой православной церкви, а вам Бог это не заповедал нас судить, и не трожьте нас. Мы делом, мы перед Богом ответственны. Смысл проповеди ее такой. И что он сказал, отрицать этого нельзя. Действительно, их судят, и судят многие. И действительно, понаехали еретики. Но для пользы дела он должен был бы сказать проповедь так. Или еще сказать, я бы на его месте сказал так. Но пословица говорит, бодливой корове Бог рог не дает. Это я про себя. А я бы сказал так, для пользы дела, как говорил Иоанн Златоуст. Посмотрите, возлюбленные братья, что делается? Несчастная Россия потеряла Бога. Церковь никакого авторитета не имела, священники не учили. У нас как окаянство какое. Все из-за границы выписываем начальников варягов. На незнакомом церковно-славянском языке проповедовали. Мы вчера только об этом читали. Враг окружает Константинополь, навеки решается участь Балкан, Европы. То ли там будут мусульмане или православные, а в это время православная в синоде решает вопрос, какого цвета были глаза у Богоматери. Начинают решать вещи, которые совершенно людей не касаются, а сколько демонов вот на таком-то месте уместится или что-то. А уже Махмед поступил вплотную к стенам города. Так и здесь. Сказать, и вот на эту пустоту атеистическую, не занятую в душах людей, хлынули сектанты. Кто они такие, братья? Всех их мы никогда не узнаем. В одном Новосибирске свыше 50 течений.
Но давайте увидим что-то хорошее в них. В первую очередь, это живые люди. У каждого есть дом. Это люди, живущие лучше нас, в достатке. Они оставили жен. Редко кто с женами приехал. Оставили детей, любимую работу, любимую местность, то, о чем тоскует человек. Зачем они к нам приехали? Только для того, чтобы покорить нас американскому капиталу. У нас оснований нет во всех так плохо думать. Мы можем подумать о том, что они искренне желают людям открыть Христа. На это основании 90 с лишним процентов. Они раздают бесплатную литературу. Православные Библии, полностью 77 книг, большими ящиками раздают в школах. Зачем? Кроме того, они в тюрьмы везде столько литературы везут, Евангелие, а сами даже не проповедуют. Что это означает? Это означает, что они очевидно, хотя явно, что именно так, очевидно любят нас, и поэтому они едут проповедовать нам о Христе, а о Христе они как должно не знают, они не православные, истина вся в православии. И вот эти люди, которые из-за океана, из-за тысячи километров приехали, они любят нас, а мы, священники, закончившие академию, знающие всю истину, молчим. Горе тебе, архиерей! Горе тебе, собрат мой, дорогой священник. Всем нам горе. Посмотрите, кто нас окружает. Вчера священников больше было, наверное, чем в левом-правом пределе прихожан. Пустой храм стоит. До чего мы довели вас? Каждый день на приемах у архиереев толкемся. Не меньше 20 человек я застаю каждый день. Мир погибает. Нас школа зовут, нас нигде нету. Сектанты занимают. Почему? Пустое место, нас там нету. Мы не работники. Мы хуже наемников. Наемник, по крайней мере, выгоняет, чтобы скотина не дохла хотя бы. Я прошу у вас прощения, братья, но помолитесь за нас. Сектанты на суде будут судьями нашими. В судный день что мы скажем? Сариса Савская станет, она из-за границы приехала, чтобы послушать мудрости. А вы рядом, к вам мудрость с неба сошла, премудрый Соломон Иисус Христос, и вы не слушаете. И Христос и сказал, Тиру и Сидону отраднее будет. Это про нас, про Барнаул, про нас, чревоугодников. Мы не любим свой русский народ, а только говорим Святая Православная Церковь. Никакого отношения к церкви мы не имеем. Мы требуем исполнителей. Это чуждый путь церкви. Церковь никогда этим не занималась. Церковь занималась только верующими. Мы день и ночь, как в городской морг, принимаем покойников. Никто нас не спрашивает, привезти нет. Любой везет. Любой беззаконник. Любой троеженец приходит нам, показывает справку, он на ней женился. А сегодня может хоть 100 раз разводиться. Закон не регламентирует. И я его должен венчать. Я венчаю. Мы людей ни одного не покрестили за последние 70 лет. Мы лбы мочили, они неверующие. Горе нам. Мы сотни тысяч ватт направили. Сектанты едут, они не знают истины православной. И мы за них ответим, что мы их не обращаем здесь, а прячемся и злословим. У них любовь есть к народу, у нас нет любви. Помолитесь о нас, о нашем окаянстве. Почему Иоанн Кронштадтский говорил, когда обвиняли его, что он ездит на быстрых рысаках, он говорит, за вами, священники, что вы не успеваете делать, я должен на рысаках ехать. Почему, когда умер Амвросий, 6 епископов не могли ту работу сделать, что он один делал? Вот он как должен был сказать. Такая проповедь подвигла бы его, быть может. Подвигла бы сопастырей, быть может. Подвигла, быть может, к раскаянию архиерея, быть может. Если бы не так, по крайней мере, он перед Богом был бы прав, не лицемерил, не стоял. Лицемеры, они Бога не знают, священники. Самое страшное, что есть на земле за 2000 лет, это соль, потерявшая силу церковь. Я когда прохожу мимо церкви, мне хочется обхватить столбы и плакать у каждого столба. Весь город стекается. Нигде этого нет, ни в одном ресторане, ни в одном учреждении, ни в театре, ни в цирке. Нигде этого нет. Везде хоть деньги платить надо, здесь ничего не надо. Везде требуется подготовка, хоть ноги вытереть, хоть снять одежду. Ничего этого нет. Это мы дали до этого. Он мог бы сказать, поплачьте о нас. Иоанн Златоуст говорит, большая часть священников погибает. Нас сегодня 15 было. Разделить пополам, штук 8 нас уже в аду кипит. А русских архиереев Серафим Саровский сказал, третий том настольной книги священнослужителя, 601 страница. Не пощажу, не помилую нас, мы приговоренные все, а мы хорохоримся, надмиваемся. Страшную беду сотворили мы с церковью, с народом. Церковь святая непорочна, а мы порочные, мы ленивые, мы ничего не делаем, мы к церкви никакого отношения не имеем. Мы создали новую для себя церковь, кормушку золотое дно. Когда венчание стоит 100 тысяч, а он их сразу 3-4 пары венчает, 500 000 в кармане. А 57 тысяч это минимальный оклад за месяц. А мы верующие с верующими, сегодня мне говорят, на квартиру наши прихожане пустили за 300 тысяч в однокомнатную. Немедленно отлучать таких надо. Это кровопийцы просто. И мы такими словами должны сказать это в церкви. Это задача пастыря, с него Бог спросит. Ты скажешь, с овечки питался?
Тебя кормили, тебе давали. Почему ты о ней не заботился? Почему ты ее не учил, чтобы не крохоборствовать так? Почему, если у меня в квартире, я плачу за нее 20 тысяч в месяц? Почему я с брата беру 300 тысяч в месяц? И он боится, чтобы только я не заговорил, а то мне вообще жить негде, она неверующим отдаст. И это верно. И мне приходится, согнувшись, закрыв лицо, уходить, никому ничего не говорить. Вот это отец Михаил Капранов сказал. У меня два высших образования, он бы сказал. А я Бога не знаю. Он не знает евангельской пути совсем. Мы проверяли, не раз говорили. И он говорит, ох, Игнатий, нигде не встречал такой веры, как в Барнауле. Тут сколько много людей. Он на кладбище пришел и не может отличить, живые люди или нет. Я говорю, это даже не кладбище, это скотомогильник. Здесь люди умерли, а у вас скоты умирают. Люди не знают Бога. Нет пророческого гласа. Дух Святой покинул, возмущения воды нету, никто не исцеляется, они этого не видят. Они мертвые стоят все. Вот это он мог потрясти сердца людей и сказать, у него нету огня. Он чушь церкви. А он думает, ну так не судите нас, не трожьте. Вытряхнет Господь вас. Слишком будет коротка постель, говорит, чтобы протянуться, и слишком узкое одеяло, чтобы завернуться. И хотя бы ты перстень на руке моей, Господь говорит, сорву тебя оттуда. Чего ты надмеваешься, что ты архиерей и священник? Перед Богом не звание, а перед Богом ценность сердца твоего исполнена Духа Святого. Они этого не знают. Сектант за километры, за океан ехал, а ты рядом посетить не хочешь человека. Рядом. Вокруг все безбожие сплошное. Я не могу назвать комнату оформить, тюрьму. Второй год хожу к архиерею, некого послать. Они не знают Бога совершенно и не знают, как трудиться для Бога. Я скажу слова одному архиерею, он говорит, у меня много священников. Я скажу сколько, почти сотни. Но ни одного миссионера нету, кого послать. А другой архиерей даже показал, вот ваши люди были бы рядом с нами, хоть маленько бы своей строгостью моих подвигнули. А мы-то кто? Мы тоже карикатура на христиан. И на нас уже смотрят, как на каких-то подвижников. Мог он так сказать? И он первый бы двигнулся, как сказал патриарх Никон, я окоростовал, и вы со мной окоростовали за мое небрежение. Они этого не могут сказать. Вот это и означает, что как только припекло одно слово про них кто-то сказал, и засохло. Нет глубины корня-то. А значит, и нет никакого плода. Вот так бы надо ему сказать. Вот так я стоял и думал, и комментировал у меня вчера еще вечером. И думаю, сколько ты повторяешь, и у него непрерывное повторение. Непрерывное просто. Одно и то же слово он дважды повторяет. Он как мельницу разворачивает и разворачивает и разворачивает. Это буддийская молитва. Никто не поймете, что у него за проповедь. Это одна говорильня идет. Ни один человек не может от этой проповеди обратиться. Никто не дрогнет, не вздрогнет. Ничего этого нету. Это одна говорильня. Пусть бы он пять слов сказал, как один митрополит вышел и сказал, Христос во гробе, будем плакать. И весь храм рыдал. Нет этого ничего. Вот заметьте, когда он говорит слово, любое, он это слово повторяет, одно разворачивается, следующее ловит слово, опять раз 10 повторит его, следующее слово ловит и опять проворачивает его. Это нигде не встречается в литературе. Нет, для усиления может 3-4 раза сказать одно слово и все на этом. Он непрерывно, это как рок-музыка идет. Прости меня, Господи. Мертвое слово от мертвых людей для мертвых прихожан. И нет жизни. Ангел не сходит возмущать и опускать некому парализованных. Вот это нужно было сказать. Это вчерашняя проповедь его натолкнула меня на это. Все. А ты как? Митрополит Иоанн. Так. Это Ладожский, наверное. Петербургский, Ладожский. Да. Может быть, скажете об этом что-нибудь? Ну, Иоанна Петербургского, Ладожского я не знаю, но направлял ко всем архиереям материалы газеты. И получаю от него за его подписью. Но мне один сказал, что это Самойленко, это не архиерей ответил, то другое. До этого мне его книги приносили, неоднократно книги, в смысле брошюры. Я сказал, во всей патриархии московской он самый опасный. Наибольшее зло он приносит там. Он заигрывает с патриотами, с казаками, как будто говорит. И до смерти защищает сергианство, предательскую политику московской патриархии, которая порождение сталинизма является. Это я говорил тогда. Не тем он будет помянутый. В то время, когда приносили от него книги, я в каждой книге, на каждой странице находил ложь у него. Умалчивание о правде. Да вот обстановка была такая, поэтому так-то было. А нужно было прямо сказать, мы согрешили, и как патриарх Павел VI, 8 век, сказать, я две подписи подставил под еретическими воззваниями, слагаю с себя все и ухожу в затвор. Вот это должны сказать. И там всю жизнь зализывают свои раны. Они продолжают людей ложным путем вести. Вчера они братались с сатанинской властью. Вместе с ними ели с одной чашки, награды получали от сатанистов, от самых злых людей. И они их погубили, тех своих товарищей. Если бы обличали, может быть, какой-то коммунист обратился.
Может быть, хотя бы один. Ричард Вурмбранд непрерывно толкует: любите коммунистов, потому что они впали в учение самое злое на земле. Это люди. Любите проклинающих вас. Никто столько людей не погубил, как коммунисты, поэтому они достойны самой большой любви. Любите врагов ваших. И в первую очередь о них нужно молиться. Они этого не знают. И поэтому, когда я читал Иоанна Новгородского, там Ладожского, Ленинградского, теперь он Санкт-Петербургский, на каждой странице у него видел умалчивание, ложь, замазать, и как люди шли ложным путем, теперь они с нами перевернули, повели людей с другой стороны в ту же яму. Вот и все. А что сейчас в Синоде будут передвижки, это каждому ясно. На его место другое, на то место это как доминушки повалятся. Из них я не знаю, кто там более всего годен к этому был бы, может, и избран был бы на патриархии, это Сурожский Антоний. Но он по одному правилу не проходит, что за границей. Остальных архиереев я никого не знаю. Новые, может быть, намного лучше. Они не пишут, их не знаешь. Называется коллаборационистская политика у них. Они в этом деле родились, и по-другому они не знают. Что такое истина, служение, нам святые отцы рассказали. А сегодня, вот скажу, вот, три книги этого Ричарда Вурмбранда. Просто прочитать и увидишь. Мы спускаемся в тюремный ад, или вера вопреки КГБ, вот такие вот названия. Или мучение за Христа, эти книги его. И он описывает, и архиереев называет, сознанием дела. 19 лет в румынских тюрьмах. Единственный человек, который выступил против всей церкви. Когда сидели все, славили, 4000 священников, пасторов. И он один тогда встал, а жена шепчет, но они говорят, там выступающие священники, что коммунистические, христианские идеи, это одни и те же идеи, что три откровения было в мире, Моисей, Христос и Маркс. А жена ему наклонилась, Сабина, и говорит, иди, смой позор с лица Христа. Он говорит, если я выйду, скажу, меня не будет, и без мужа останется. Она говорит, нет, муж, трус, не нужен, встань, иди, скажи. Вот такую жену надо иметь. И он тогда встал и начал говорить. 19 лет пыток. И после его рассматривают, он как решето, ни одного места, ни одной кости, ни одного ребра не могут найти целого. Единственный остался живой. А образцы, а он протестант. Отец Михаил мог о нем сказать. Отец Михаил имел моральное право сказать, то есть 7 лет он сидел в лагерях. Сидел не за Бога. Он мужественный человек, он демократ, его на руках надо носить за это, демократом. А в вере он чужой человек, он совершенно не нужен здесь. Они привыкли, чтобы кланялись, целовали руку и все, а за Христа надо выстрадать, страдать. Надо любить народ и никому не подражать, подражать только Христу. Взирая на веру святых, а они кому подражают? А нас плохо только не говорите. Как будто мы лучшие что-то заслужили. А я скажу каждому из вас, говорите, имеете что против меня, говорите, говорите его в открытом суде, сейчас здесь, это поможет мне сейчас исправиться. Проповеди критикуйте, занятия критикуйте, радиопередачи критикуйте. Критикуйте. Мы о сектантах всегда говорим, у нас противосектантские занятия, но они против сектантов. И скажу, что они приехали сюда спасать Россию. Они ее не спасают, они ее губят. Они не знают истины Христовой. Многие, может быть, из них имеют задание совсем другое, там за их спинами стоят. Уже по религиозным принципам разделить Россию. А он ничего этого не сказал. И каждый пункт их лжеучения надо разбирать, учить. А он не будет, закрыл двери, все, Святая Православная Церковь. Истина-то есть, да у истины служители неистинные. А это мы. Вот это он мог сказать. Все, пошли. Не ищут глубины истины, занятия покажутся чрезвычайно скучными. Это не пасторальный роман читается или какая-то билетристика, а слово Божие в толковании святых отцов. Но кто вкусил, как благ Господь, они знают, выше этого ничего нет. Читаем просто по толкованию святых отцов, которые изложены в книге Блаженного Феофилакта. Это у нас уже повторная группа. И даже те, кто позже пришел, и первый год, и первый день, он отстающим не будет. Постепенно все будут подтягиваться.
и которые всю жизнь были при церкви, и такое озлобление против истины. А причина-то одна, никого не крестили, лбы-то мочили. Они десятки тысяч людей в ад отправили, а с одного, говорит, тебе всей жизни не хватит рассчитать. Они их не учили. Не учили. Любой приходящий цыган, любой мафиози сегодня же будет отпет. Ведь это не день, не два. И он закончил академию, думаю. И как же ему помочь? Никак, молись и плачь, ничего уже не сделаешь. По всей вероятности, эта грань давно-давно перешагнута ими. И они не знают, где истина, где ложь, где свет, где тьма. Все. Это профессионалы в рясе. Они знают, что сегодняшняя служба будет, книжки там есть, я открою, прочитаю, а там будет хоть век не святая, как петух прокукарекал, а там хоть и солнце пусть не всходит. Спроси, где ваша паства? Делается ли она чище, лучше, святее, знает ли она Бога? Ничего этого никто ему не ставит. Люди приходят, приезжают, ну что ж, рядом Белокуриха, а почему же? Там много народу. Ну а если близкие, круг, община, ничего этого не знают. А что, какая община? Я все делаю, как я хороню. Это новое христианство. Христос этого не основывал. Это неохристианство. Христос основал кто? Духом Святым, кровью Своею. И люди, приходящие из волков, делаются овцами. Ничего этого нет. Одно требует исполнительства, а здравие да упокой. На этом все кончилось. И люди стоят, головами крутят, а долго ли еще будет? Я говорю, сейчас Евангелие читать нельзя. Он постоял немного и говорит, а долго этот Иван петь будет? Он только пришел, крутнулся, землю дали ему, борщ он захватил ее, мать наказала ее, он должен сделать, а то она ему снится. Все. Одни суеверия, и во вчерашнем номере их газеты, священник выступает где-то в Панкрушихе или где, особые, как покойника заключать на замок, и как там плевать, и говорить, и ставить. Одни суеверия, и это вера православная, ему нужно заботиться об этом, о той пастве. Если по твоей небрежности соблазнится, погибнет одна овца, говорит Златоуст священникам, тебе всей жизни не хватит. Тысячи погибли, как вы ответите? Есть о чем плакать, ты говоришь, не о чем мне думать, есть о чем. И день и ночь помни об этом. Если сегодня их набрали таких, кем они будут завтра? Сегодня он еще не обтертый. 17-летних ставят, у него же там служат, 17 с половиной лет уже священник. Канон гласит во сколько? В 30, не на один день раньше. Какой же священник, какой у него опыт? В Америке закон, раньше 35 лет президенты не ставят. Первый президент, это был молодой Кеннеди, Джон Фицджеральд, 36-летний, на него какие карикатуры были в газетах, отец ему говорит, кем ты будешь? Он говорит, президентом, а когда вырастешь, вроде ты еще младенец. Вот таким его подзуживанием, под ковырками показывает, что ты еще несовершенный, всего лишь 35 тебе лет. Но закон так гласит, и ни один не перешагнет его. Здесь все законы переданы, и они нас поносят. То есть не нас, а истину, какая есть. Я вчера с этим столкнулся. Столкнулся и вышел, и чувство самое тягостное. И думаю, копайтесь в книгах, книги-то все святые, почему же истина не приходит? А предательство совершилось. И в этом предательстве и мы все виноваты. Мы-то откуда пришли? Какое было подлинное раскаяние? Молимся ли о них? Идем ли к ним? Вы благодати не признаете? Вы к помазанию не подошли? Я же вчера помазанием своего священника имел. Да ему и помазание-то это не нужно, но он за что-то старается тебе ухватить. Ты знай главные нужды, и главные нужды, когда церковь потеряла силу, соль потеряла силу. Все, надежды никакой больше нет. Я говорил, приходится в тюрьме идти. 200 человек только в прошлом году, местный священник их покрестил уголовников. Какой страшный обман. И они спрашивают, а что с нами было? Да ничего с вами не было. Да как же он так? Он же говорил, что мы крещены. А сам какой был наркоман, ну и все страшные уголовные грехи на нем. Он и не думал отставать от них. Мне сегодня только один юноша маленький сказал, вы в прошлом году сказали, можно креститься, куришь? Нет, не курю. Ну и все, говорит, ну я говорю, будем отдельно разговаривать. А замечание начальника, потому что никаких нет, ведет себя хорошо. Но теперь только можем разговаривать. Здесь ни одного вопроса ему нет, кто хочет подходить, он ладошкой по голове, и все вы крещены. То есть вы теперь христиане. Христианин делается трудом, глубочайшим проникновением Духа Святого в суть человека. Изменением, перерождением. Перерождение. Кто знает перерождение одного металла в другой? Это урановые исследования привели к тому, что из угля могут алмаз сделать, из железа золото. Но только это золото будет дороже настоящего золота. Сегодня изотопами это могут добиться. Трудно дается? Годами. А что там самое главное? Самое главное особое вещество и давление тысячи атмосфер.
Здесь никакого давления ни на что не было. Что было, то и осталось. Давайте из природы возьмем пример. Как оно превращается? Почему алмазы такие? Давление было, температура. Нет у нас этого ничего. Какое же тут перерождение? Если ты христианин, ты должен это все испытать. Надо обнародиться свыше. Эта проповедь день и ночь должна звучать, ее ни разу не было. Я за 33 года в церкви ни разу ее не слышал. Ни разу. Нигде. Он пришел, ушел, я хожу и хожу. Есть еще молиться? А вот себе черпни, о чем я должен молиться? Вот такой листочек заведи. И каждый день молиться о пробуждении русского народа. И в первую очередь о пробуждении священников. Они подали в другие структуры. И они снова набирают силу. И рана у зверя может исцелеть, как говорится в 13 главе Откровения. И еще одна будет страшная попытка язычества вернуться на арену жизни, как было при Иоанне Отступнике. Это вполне даже возможно, вполне допустимо. Какое время более опасное? Более опасное время, когда все разрешено, когда на одной полке стоят и святые, и мерзкие картинки. Тогда четко была граница, вот свет, вот тьма. Сегодня все сгладилось, как в сумерках бредем. Я могу говорить так, если у кого-то заболеет сын, и вы знаете, у некоторых дети, внуки больные, мы свидетели, всего лишь повреждение небольшое в теле, но один орган поврежден, и есть надежда, что вылечат. Каким только целителям не везут. К колдунам обращаются, к экстрасенсам, к ведьмам идут. На краю страны и за границу везут. Но если сын или дочь отступили от Бога, говорит Иоанн Златоуст, и они успешно этой жизни заканчивают, хорошие должности получают, то родители немало не волнуются, хотя вот тут-то и надо было бить тревогу. Сын погибает. Больного физическим недугом или человека, одержимого демоном, везут к источникам, к святым, к монахам, в горы, на вершины его тащат, так он говорит. А когда человек ушел от Бога, душа его уже кипит в аду, люди хвалят, какой он хороший. Все успевает в жизни взять. Перед ним дорога открыта. Этот молодой человек очень перспективный, ведь так рассуждают. У нас все перевернулось в сознании. Поэтому от лютых безбожников мы скажем, в первую очередь от нас самих, Господи, прежних, чтобы новый человек родился. Верующие, да куда сегодня пошли, посмотрите. Я сейчас зашел в один там институт, в университет, даже здесь, в дверях, по-прежнему не висит объявление. Уже второе занятие. Некогда. Один пошел на торговлю. Пошли хоть кто-нибудь на торговлю. Мы просто считали. А некоторые не могут налюбоваться, уже женились и все никак не намилуются. А теперь даем вообще легко идти. Ведь притча до трех говорится. Один в землю пошел смотреть. Еще же смотреть-то. Какая ни на есть, все равно умрешь и не вяжешь. И смотреть ее не надо. Быков надо проверять. Да что их проверять-то? Раскупил теперь какие ни на есть. Купил машину, по ней спит день и ночь теперь. Там те же самые лошадиные бычьи силы. У каждого своего третьего задача, как правильно жениться, не по любви, там, по расчету и прочее. Только чуть-чуть варьируются варианты, все остается то же самое. А на брак Господень никто не идет. Идите, зовите. Притча-то чем заканчивается? Идите, хромых, слепых. А все сегодня косолапые. Душа-то моя как косолапая, куда ты придешь? Посмотрите, молодежь-то куда вся идет. Зайдите в университет. Предоставляется ли вам Слово Божие? Не слышали и не знают, чего не ищут. Вызыватели духов умерших, хотя объявления читаем, нашего нигде пока не видно, ни трамвая, ни скамбал. Зашел в аду, и там нету. А их всего ничего, готовый материал уже, бесплатно дали, люди на себя взяли расходы, приклейте. А никто не придет, а вот этого ты не знаешь. В прошлом году, можем сказать, на 600 призывов один человек все же зашел, и все оправдалось. Потому что за весь мир Христос нигде не умирал, не написано, когда творил, а сказал и явилось. А Слово Божие, природа зашевелилась. Законы вложены в нее действуют и по сей день. Трава породы семени своему, подобие все рождает, как должно. А чтобы спасти одну душу, надо было Сыном Божиим воплотиться и умереть. Ради этой души надо позаботиться. Посмотрите, когда какой-то там шелковичный червь, или как его называют, стал грызть эту сосну, что делать? Еще сейчас, если вы пойдете на Змеиногорский тракт, увидите, каждая сосна опоясана каким-то жгутом, опаленная. Всех студентов, рабочих подняли, спасти лес. Лес — это легкие планеты. А когда дышать нечем, в атеистическом угаре, когда мамана все захватил, дышать нечем сегодня везде. Да названия какие, клуб, комод и прочее, грязь одна. Грязь и дым. Что такое клуб? Клуб и дым вырывается. Название это, читайте печать сатаны, он прямо все говорит. Он даже текст не зашифровывает.
И люди не видят, кто подпалит эти ноги, по которым уже черви все ползет, все сгнивает. Нет работника, нет об этом тоски. От лютых безбожников избавил нас, Россия. Перед нами стоит Россия. И сегодня Россия, как государство, является позором для всего мира. И мы должны сказать, и виновен в этом я. Из тех дней 365, которые в году, сколько дней конкретно для Бога посвящено? Сколько народов потерянных овечек? Потеряется одна овечка. Мне приходилось в прошлом году пасти. Гоним домой, овечка была с ягнятами и нет. Еще раз проверили, нет. Остановили их. Дорогу проверили, нету. Загнали, поехали. Поднял всех, сам на велосипед, на лошади. Взял собаку, которая разыскивает. И где пошли, там. И там стали ложиться и искать по кустикам. И среди ночи мы их нашли, ягнят. Да сколько же радости это было. И ни копейки за это нам не заплатили. А это необходимо. Ягненочек родился, потеряли мы его. Сегодня дети валяются по улице. Сегодня пишут в газете, там свёрток бросили с ребенком. Да с немаленькими. В одном Берлине за год 50 тысяч трупиков недоразвитых только в канализационных трубах нашли. Тысяч! Речь идет о миллионах погубленных. Это, может, самые те люди, в которых мы сегодня нуждаемся, которые поддержали бы нас в беде. Спасибо, Господи. Нигде нет столько беззаконий, столько абортов, как в России. Нигде так низко, извращенно, скоро не пала нравственность, как в России. Это все социологи говорят. Об этом молитва, об этом надо считать. Не просто считать. Болеть, скорбеть, печаловать об этом. Таким печальником будет земле русской, каким был патриарх Тихон. Мы говорим, человек много или мало жил, а никто не знает, что послужило тому, что жизнь его намного короче, чем у других людей. Печалью наполнится пусть наши слова. Слишком весело сегодня живут христиане. И просто страшно подумать, как бы не было так во времена Декия. Это 249 год новой эры. После Рождества Христова. Тут дали свободу. И 40 лет стояла вот такая мирная тишина. Правители ругали, как сегодня нашего президента. Торговля развивалась. Дома, коттеджи бросили строить. И вдруг гонитель внезапно вышел на арену. И ударил, и от церкви только путь пошла. Из тысяч, может, десятки остались. И все 3 года был у власти. За 3 года церковь полностью обновилась. Думаю, будет такое же время. Он где-то в дверях уже... Клацание зубов его слышно. Уже рядом где-то. Я в прошлом году говорил, и нынче повторяю. Лично я ощущаю его уже запах. Дыхание ему совсем-совсем рядом. У дверей. И он таким прекрасным покажет, что люди ни о чем не будут разговаривать, только дайте нам ее, пусть наведет порядок. Что неужели власти не могут преступность обуздать? Все делается умышленно, чтобы люди пожелали твердую, могучую руку. И она рядом уже. И он говорит, в один день, когда я покончил с Чечней одна, дымящаяся яма была бы от него к обеду. И не гибли бы русские парни там. А что миллионы будут после этого лежать, никто этого не видит. Нам не надо много читать газет, просто надо в Евангелие смотреть. Это вот молитва, которой сегодня предваряем занятия. Потому что некоторые опоздали, мы занятия перенесли на полчаса по просьбе в прошлый раз. Если Господь позволит, мы хоть еще на полчаса раньше. Потому что время Москва сдвинула, и мы практически прошлогоднее еще так и не вошли время. Живя распутно, запятая, и без размышления. Но мне приходится встречаться с большими начальниками, даже главной администрации, и спрашивать, ну что дальше будет? Офицеры военные, позавчера со мной, вчера вернее, один. Ну до того хороший же человек, он мне помогал уж, когда я сидел, за Слово Божие. И он говорит, за кого отдавать голос? Что дальше будет? Ну скажи, что же дальше будет? А мне как раз брошюрка, скоро будет конец света. Я говорю, по вашему вопросу, вот вам брошюрка. Вы мне помогали добрым словом. Не знаю совершенно, почему нам это ничего не преподавали. Сегодня долгое время с одним полковником КГБ пришлось говорить. Тоже. Я голос отдаю за коммунистов. Хотя вот ими расположено, знаете, тоже думает так. Все-таки была стабильность, да, была. Ну а дальше? А вот дальше-то чуть-чуть глянуть, и уже боязно. А повторение-то, ну, в Америку, говорит, дважды не входит. А повторение-то, может, то же самое, у нас нет ни ресурсов, ни духовных сил. Мы ни революцию сейчас не можем не выдержать, ничего. У нас ничего нету. Нет, для того, чтобы была революция, для этого что-то еще нужно. Уганда самая бедная страна. Сейчас сообщают, проголосовали за коммунистов, а ответ написали, значит, будете еще беднее. Вот дали такой ответ.
Но если бы духовное обещалось, духовное, но духовного нет, горе-то в чем. Поэтому спасение России мы должны молиться за всех, какие есть партии, все, приведи Господи в сознание истинное. Приведи их к ногам Отца Небесного. Все находятся у свиных корыт. Все. Почему, говорит, не бросайте жемчуга перед псами-свиньями? Псами называются безбожники, а свиньями верующие. Христиане, православные, может, в первую очередь. Свиньи, познав Христа, живут грязным образом мыслей, жизни, взглядов. Вот это отверженность. Мы это писали. Без имения, без работы, это всего лишь звук. На литургию, извините, кто-нибудь, оглашенный, извините. Даже ни один из неверных отступников, отлученных от церкви за грех, присутствовать в храме не может, пока священник не занесет, не занесет чашу снова в алтарь. Оглашенные, извините. Вы знаете, что фильм, который о нас показывали, он сейчас режиссер сообщил, занял первое место в Союзе. А первый поставленный занял первое место на международном конкурсе. Я вам предложил поставить фильм на тему «Оглашенные изыдите». С Малашиным Юрием Николаевичем, я у него был как ассистент и советник, уже полностью сценарий составили. Он брался, этот не берется. Такой студии нет. Молитесь, кто может, чтобы нашелся такой режиссер у нас в России, поставил фильм. Фильм, который будет стоять до конца земли, сколько он будет. Это касается всей политической деятельности, возрождения России, оглашенные изыдите. Пока не будет построен особый отстойный карантин. Даже внешне мы видим, наша страна идет другим путем, нежели другие страны. В Германии как шквал прошло покаяние после войны. И они поняли, что верили не гению, а антихристу. Я разговаривал с немцами, которые оттуда приезжали. Антихрист. А у нас этого нет. По пророчеству, или уже пророчеству, даже Андреева, Даниила, этого Сталин должен встать. То есть, или его авторитет должен встать. Мы ничего не поняли. И вчерашние получают большие пенсии. Они нянчат своих детей. Они не отлучены от общества. Они продолжают заражать дальше людей. Покаяния не было принесено за архипелаг ГУЛАГ. За 66 миллионов жертв не было принесено на уровне собора, на уровне страны, совета, думы. Нет нигде слова этого. Играет словом духовность. А духовность в одном – покаяние перед Богом. Не надо мести. Не надо последний вагон на север гнать, так говорят, мы трупами демократов, как они мне сказали, засыпем до Колумы, все. Все траншеи. Ничего этого не надо. Надо одно призыв к покаянию и начинать с себя. Я в это время жил. Где был? По курортам ходил? Где ты был в это время? Кому ты сказал об истине? А истина, она недалеко от каждого из нас. Картины галереи в то время показывали нам этих блудных детей картины Рембрандта. Стоит оборванец. Кому он пришел к отцу? Кто такой отец? Отец небесный. Я хороший, порядочный человек. Я говорю, если ты хороший, порядочный, а родителей не признаешь, хороший или нет? Нет, не хороший. Ну, наш Бог сотворил, а ты его не признаешь. Что дальше идти? Бог дает солнце, дает землю, дает тебе биотоки в сердце, дает тебе совесть, желание трудиться. Желудок у тебя переваривает, дети на тебя похожие родились. От кого? Все еще разум есть, все еще совесть действует. И сколь сильные силы тьмы и ада на земле, а люди честные все еще рождаются и рождаются, пишет Гранин об этом. Как Дмитрий Лихачев, которые ГУЛАГ прошли, академиком успели стать. Это совесть нашего времени, такие как Юрий Власов. В то время они не побоялись расстать, когда еще партия у власти была, что напротив КГБ, в Москве, в Уберке, нужно все имена убитых ими зафиксировать. И это был бы признак покаянию. Мы должны об этом молиться. Не жертв требует, а примирения, чтобы все примирились с Богом. Все стали на колени, как этот блудный сын перед Отцом Небесным. Все успокоились. Кто в торговлю ударился, и все разошлись, нигде никого нет. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот как в церковь заходишь, сразу видишь, ложный будто бы висит. Можем служить мамоне. А о Боге как будто речи нет. Торговые точки. Все, что Христос узнал сегодня, все это в храмах свирепствует. Богу и мамоне служить невозможно. Сегодня на первом месте мамона. Везде. Первый вопрос задают священники. А приход большой, когда вы собрались спрашивать. Доход какой?
вот когда направляют из семинария, это абсолютно везде. А Слово Божие говорит, не можете, в первую очередь позаботься о душе, что кормить мы обязаны, Бог установил десятину, но и не более того, ничего этого нет. Все бросилось на торговлю сегодня, но по порядку, с кем встречаетесь, спросите, какие проблемы духовные у людей. Скажите, дали нам свободу, за веру не преследуют, сегодня в тюрьмах ни одного человека нет. Такой свободы мы давно не имели. И что же? Лучше стало. Посмотрите, какие странные открытки, ту же божественный календарь и стоят, ту же Библию, ту же все равно сказать, что там продают. Какие книги, какие кассеты. И в раз все это будет поднято, и тогда начнут искать. И искать очень крепко будут. Когда готовились вот эти акты о свободе, мы об этом уже тогда рассуждали, мы просто знали, что так это будет. Когда перемешается святое и грешное, свет и тьма, все в перемешку. А что смешивается, называется Вавилон. А Вавилон – это подготовленный город для сожжения. Вера в них сейчас намного слабее, чем в сталинское время. Это совершенно определенно. Было гонение там четко, верующий, неверующий. Сегодня не поймешь, где тьма, где свет, просто все серенькое. Смешали, разбавили и не знаешь, где напиться. Если вода, значит вода, если земля, земля, Бог отделил одного от другого, люди смешали.